Так, Садыков Султан, полузащитник. Джокера. Джокера, да. Ну давай об игре. Ну, игра была, я думаю, равна. Первый тайм хотя бы минимум. Опасных моментов мы не создали, к сожалению. У нас сегодня был неоптимальный состав. Большинство не приехало, защитников не было хороших. Да и нападение у нас было чуть-чуть слабое. Тренируемся пока. Надеюсь, ко второму кругу что-нибудь там покажем. То есть упадничества настроения нету. Потому что перед вами сейчас был как раз ФШ «Север». Вспоминали мы о том, как они дебютировали в прошлом году. И «Иглс», и «Торпедо». Тоже было очень тяжело. Главное не опускать руки. Не, мы не опускаем руки, тренируемся. Надеюсь, будем скоро результаты показывать. Расстраиваем тренера пока что. Но мы за это на тренировках платим. Потом и кровью. Ну, надеюсь, скоро покажем результат, хотя бы забьем. Думаю, еще 3-4 игры и уже будет какой-то результат. А какие замечания общие, ну, которые можно донести до общественности, делая тренер? Общие замечания? Общие по игре именно. Ну, теряем мячи просто так, не держится на ноге. Больше нет замечаний. Контроль мяча надо как-то успокоиться, слишком много нервничать. А на твой взгляд, с кем бы вам лучше играть на старте? У вас получается календарь тяжелый? Хотелось бы играть с более слабыми соперниками на старте или лучше наоборот, более сильных, чтобы научиться? Не, я думаю, более сильных, чтобы мы уже в начале почувствовали уровень чемпионата. Ну, уже чувствуем, потому что для нас это прям тяжелый чемпионат будет, потому что у нас состав как-то поменялся. Я только в «Джокер» пришел, 3-4 игры, 3-4 тренировки. Я думаю, скоро нормально будет. Ну, сейчас более сильные команды для нас, это, как сказать, стимул. Мы учимся на них, ошибки много совершаем. Они нас как-то обучают. А потом уже полегче будет. Более слабые команды. Будем стараться уже забивать голы. Ну, все, отлично, спасибо. Спасибо.